основании? Я руки, говорю, уберите. На каком основании вы снова? Руки уберите, я сказал. А? Ну что? На каком основании? Предупреждаю, ведется аудио-видеозапись. А? Что за коррупционные схемы вы здесь делаете, а? Какая коррупционная схема? Какая коррупционная схема? Ну, для чего останавливаете водителя здесь, а? Какая коррупционная схема? Объясните мне. Останавливаете водителя непонятно для чего. Для чего вы останавливаете? Я выехал по встречке, я его останавливаю. Объясняю ему нарушение. Где? Где выехал по встрече? Вы кто такой? Документы предоставьте ваши. Уберите руки. Камеру уберите. Я еще раз говорю, камеру руки уберите от меня. Z673. Центр 51. Центр 51. Что за беспредел тут устраиваете? А? Кто вы такой? Документы предоставьте. Вы кто такой? Предоставьте свои документы. Вы сперва предоставьте. Да на каком основании? Кому я буду? А вы на каком основании снимаете? Что? Ну, потому что я подозреваю, что вы ведете какие-то коррупционные схемы, понимаете? Если вы подозреваете, докажите сперва. Ну так вот я и хочу написать, но, понимаете? А напишите, потом уже будет разбираться, да или нет. Хорошо? Хорошо. Что вы сейчас хотите? Задержать меня? Да, вас хочу задержать. На каком основании вы снимаете? Хорошо, давайте. У вас есть разрешение на это? Да какая разница? Вы кто такой, чтобы запрещать мне снимать? Центр 51. Камеру уберите. Да я еще раз говорю, руки приседите. Камеру уберите. Вы что, не понимаете? Центр 51. Камеру уберите. От меня, ко мне не подходите. Что, ненормально, что ли, не понимаете? Это вы ко мне подошли. На каком основании я вас спрашиваю? Потому что я считаю, что вы совершаете какие-то коррупционные. Я считаю, что вам лучше дорожку дальше держать, как вы ехали, как и едете. Это с чего бы? А чего бы мы тут?